хирурга Николая Ивановича Пирогова. Он стоит у входа в землякове, темно-синий сюртук. Число раненых прибывает. Мыслей других нет и быть не может, как о раненых. Засыпаешь, видя все раны во сне, пробуждаешься с тем же. Я знал уже прежде, какова участь наших раненых. Думал содействовать к улучшению. Пред нами раскрывается великая драма, которой следствие отзовутся, может быть, через целое столетие. Грешно быть одним красным зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней. Всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, рождались клубки густого, сжатого белого дыма. Разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мигая то там, то здесь, рождались по горам на батареях неприятельских и высоко на небе. Видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные линии. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. «Штурм!» — сказал офицер, отдавая трубку моряку. Лев Толстой. Севастопольские рассказы. Саша Севастопольская, дочь матроса, знаменитая своим самоотверженным, бескорыстным служением больным и раненым в Крымской войне. Она молодая женщина, не дурна собой. Под Альмою она приносила белье, отданное ей для стирки. И здесь первый раз обнаружилась ее благородная наклонность помогать раненым. Когда войска наши, потеряв сражение 8 сентября, возвращались после продолжительной и упорной битвы обратно в Севастополь, изнуренными, обессиленными физически и морально, со множеством раненых и изувеченных, истекавших кровью, Дарья обратилась в сестру милосердия и принялась безвозмездно помогать страдальцам. К счастью, нашелся в ее повозке и уксус, и какое-то тряпье, которое употребила она для перевязки ран. Из писем хирурга Николая Ивановича Пирогова. Справа, на втором плане, в просвете между брустверов, возвращается после вылазки Петр Кошка. Из записок об осаде Севастополя Николая Берга. Ко мне вошел широко шагая матрос, среднего роста, сухощавый, но крепкий, с выразительным скуластым лицом. На нем была черная куртка с галунами, белые брюки, на шее свисток, в петлице Георгий. Все знали матроса Кошку. Вылазки-прогулки перед носом у неприятеля, вокруг их траншей, вошли ему в привычку. Он никак не мог усидеть на бастионе, и все ему сходило с рук. Кошка участвовал в 18 вылазках, но ранен всего два раза, и то легко.
Если представить себе линию обороны Севастополя в виде стены тесно сплоченных между собой солдат, то это представление лучше всего выразит, что именно удерживало Севастополь за нами в течение целого года. Из воспоминаний участника обороны Севастополя. Левее оборонительной башни адмирал Павел Степанович Нахимов. Матросы, мне ли говорить о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота? Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно. Я горжусь вами с детства. Отстоим Севастополь! Вы оправдаете доверие и заботы о нас, государя. И убедите врагов православия, что на бастионах Севастополя мы не забыли морского дела, а только укрепили одушевление и дисциплину, всегда украшавшие черноморских моряков. Адмирала Павла Степановича Нахимова в связи с производством его адмирала. Последних здесь не должно быть. Все вместе. И батальон бежал на батарею с сомкнутой колонной. Штабс-капитан Петр Алабин. Начальник войск корабельной стороны генерал-лейтенант Степан Александрович Хрулев. Ребята, стена, стой! Дивизия идет на помощь! Ну, ребята, навались, навались, ребята! Какого полка? Спросил Хрулев. Севского пехотного, отвечали солдаты. Ребята, бросай лопаты, благодетели мои, в штыки, за мной!
Атака на третий бастион. Вдруг словили цыпавшийся на нас огонь. Внезапно рассеивается стоявший перед нами дым, и глазам нашим представились густые колонны англичан, стройно и бодро идущие на нас. Вместо полуразрушенных земляных насыпей восстала живая огонь метавшая стена. Вражеские колонны задрожали. Полковник Александр Петрович Прущев, командующий Волынским пехотным полком. Очень красиво, как вот стоят цепь красных командиров, шибко двигается бастион. Но вместе с тем страшно становится смотреть, как эти красные командиры валятся. Вскоре вся площадь перед бастионом была покрыта красными пятнами. Это вроде бы сидела зеленый ход, защитник его бастиона. Егерского полка Георгия Чернецкого. Так, а теперь потихонечку проходим в экспозиционный зал. Да, знаете, идем в экспозиционный зал. Тесак саперный. Образец 1827. Диорама подземная минная война. Хрулев, генерал-лейтенант, вывозки из Севастополя. Пистолет гладкоствольный, солдатский. Каска трубача, конно-пулеметческого полка. Трубача. Пирогов, это академия доктора медицины, он участник обороны. Оружие ударное. Резное, ковцовое крепостное. Механизм.
после окончания обороны. Это Лев Николаевич Толстой на 4-м бастионе изображен. Вот линейный 120-пушечный корабль, 12 апостолов. А это Владимирский собор, усыпальница адмиралов Черноморского флота. Еще его называют усыпальница 4 адмиралов. На самом деле там больше адмиралов, которые находятся в центре. Вот вид на Артиллерийскую бухту и центральную часть Севастополя. Это памятник Ленина на историческом бульваре, который по-настоящее время сейчас стоит. И участников обороны. Сменился Ташкент. Вот разрушенное здание Панорама в 1949 году. Главная страница истории нашей Родины. К столетию героической обороны Севастополя. Адмирал Нахимов. Нахимов Павел Степанович. Контр-адмирал. Рублев. Корнеев. Thank you.